Думлима – вкусное блюдо узбекской кухни, которое готовится с мясом и большим количеством овощей. Предлагаю рецепт с курицей. Попробуйте, получается очень вкусно. Рецепт приготовления этого блюда очень простой, достаточно следовать пошаговым рекомендациям, и через час у вас будет ароматное и вкусное блюдо. Курица 600-800 грамм, капуста 300 грамм, помидоры 1-2 штук, лук 1-2 штук, кабачок 1 штука, баклажан 1 штука, кориандр 1 чайная ложка, семена, чеснок 5-6 зубчиков, черный молотый перец 3-5 грамм. Перец болгарский, 1 штука. Перец острый, 0,5 штуки. Картофель, 5-6 штук. Масло растительное, 100 мл. Соль, 2 чайных ложки. Зелень, 30 грамм. Морковь, 1 штука. Количество порций, 6-8. Подготовьте ингредиенты. Разотрите в ступке чайную ложку кориандра. В казане или кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло и обжарьте зерна кориандра. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Добавьте кусочки мяса курицы и обжаривайте 4-5 минут. Порежьте болгарский острый перец. Выложите снова слой лука. Затем выложите острый болгарский перец. Выложите кусочки баклажана. Затем добавьте кружочки кабачка. Порежьте картофель кружочками. Выложите сверху кружочки картофеля, посолите, поперчите. Выложите нарезанную кружочками морковь. Снимите с капусты верхние листочки, они пригодятся для последнего слоя. Порежьте капусту не очень мелко. Выложите слой капусты, сверху выложите дольки чеснока, которые можно не чистить. Следующим слоем выложите кружочки помидоров, забывайте солить и перчить между слоями по вкусу. Сверху накройте капустными листьями и слегка уплотните всю массу. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь на 1 час. Все это время перемешивать не надо. Через час думлима готова. Убираем верхние листья, подаем к столу, присыпав зеленью. Приятного аппетита!